здесь поток движения не сильно большой. Знаками огородились бригады. То есть закрыли по одной полосе. Одна бригада идет у нас от Горького, одна идет от Краснофлотска. То есть затруднений вообще никаких нет. Ну и сейчас ко всему Ленина, Лазо-Зейска у нас закрыто полностью, перекрыт участок. То есть как бы нормально, проблем нет. В этом году такого большого ремонта здесь не будет, потому что мы видим, что на улице Зейска у нас ведутся работы по прокладке коллектора. То есть будет прокладка инженерных коммуникаций еще и по улице Лазо. Поэтому в этом году здесь проводится только ямочный ремонт, но на следующий год, скорее всего, здесь уже будет полноценный ремонт дорожного покрытия. Если говорить о межремонтном сроке, да, дорог, то это, как правило, 10 лет нормативный срок. То есть каждые 10 лет покрытие должно обновляться и с основанием. Ну и давайте смотреть, что... Посмотреть то количество техники, которое было 10 лет назад на наших дорогах, да, оно несоизмеримо меньше, чем сейчас. То есть оно в разы увеличилось. Соответственно, возросла нагрузка на дорожные покрытия.